Так, задание дня. Ранний доступ. Не дайте звездочке погибнуть. И она быстро размножится и заполнит весь газон. А защитные суперспособности и растения из колоды цитрона водопровод придутся здесь как раз кстати. Увеличите их размер и отправляйтесь в атаку. Да знаю я сейчас ваши защитные эти способности. Так мне и дадут прямо, а? Расплодить ее здесь. Ну давай, я конечно попробую. Мне кажется, ничего не выйдет. Да ну, тут, друзья, какой-то бред. Ладно, посмотрим. Так. Блин. Давай грушу поставим, она тоже у нас амфибия. Посмотрим. А я так и думал, что есть летучие мыши. Ладно. Карточку, правда, она еще возьмет. Халявщица. Так, ну что? Посмотрим. Ты, блин, серьезно, что ли, а? То есть у тебя все есть, да? Ага, киборга тут своего выставил. Балалайку, а не киборг. Ну и что? Смотри, что творит, а? Ладно. Ага. Ну что же я тогда тебе скажу? А скажу я тебе следующее. Опа. Кто там? Блин. Ладно, ничего страшного. На-ка. Угу. Пригодится. Так, ну что, начинаем плодиться. Начинаем потихонечку плодиться. Ага. Держи-ка, парень, карман шире. Блин, а мы не можем, да? Только сюда если поставить. Сюда, либо... либо сделать вот таким вот образом. И вот так. Ага. 4-7, да? Все у нас получается хорошо. Ага. В минус. Так, давай-давай, плодимся дальше. Блин, а мы этого что, не добили, что ли, оказывается? Мы этого хорька не добили? Вот оно, значит, что. Давай смотреть. На тебе. Так, хорошо, навтыкали сейчас. Так, она опять, да? Блин. Пропускаю. Что сейчас сделает? Уничтожает. Так, сейчас ему влетит-то хорошо. Все, ребят. Уничтожили мы эту бессмертию. Нормально. Ну что же, двигаемся дальше. Так, повысите силу. Я вообще-то хотел ежедневки попроходить, а они уже прошлись. Так, выиграйте игру мегавыросшим растением-героем. Как понять, мегавыросшим растением-героем? Мегавыросшим растением-героем.
что-то вообще не могу. Что-то догнать даже не могу, ребята. Мега выросшим растением героем. Ладно, давай попробуем сыграть за колпак. Ну, оставим пока так. Блин, мне бы, конечно, грибочки бы не помешали, на самом деле. Ураганчик дали. Я знаю, знаю, его бессмертие 100% на воде будет летучка. Вот как пить дать будет летучей мыши? Нет. Нет. Такс. Ну, поехали. Блин, сейчас защита еще сработает, опять же. Что он там уничтожает, да, его? Эх, бедная наша фасолька. А у него защита сейчас работает. А если я, например, сделаю вот так? И вот так. Как он будет сейчас отбиваться? Все растения на земле получают минус один. Ты смотри, а? Нахапал чего? Ладно. Так, опять фасоль, да? Не-не-не-не-не-не-не. Лети-ка ты отсюда. Чертовые бабушки. Ой, блин, и хочется и кольца. Так, у него там 4, да, получается. Блин, не так сделать, а? Да какие нафиг мне твои две фасоли-то вот эти вот, блин? Идиотские фасоли мне надавал, блин. Издевается, что ли, блин? Я не пойму. Мне нафиг ваши фасоли вот эти две не нужны, блин. Трындец, блин. Молодец, ебарсоте, блин. Фасоли надавал мне. Целый арсенал, блин. Погнали. Нафиг мне нужны эти фасоли, ну, серьезно. Идиотизм, блин, какой-то. Твою. Ну и чего ты прикажешь мне сейчас делать? Ну этого я бомбану, например, да? Че, на фасольках на них жить, блин? Трындец, блин. Ну вот, сейчас начнет выставлять, ребят. Меня просто взбесило то, что эти фасоли мне надавал. Нафиг они мне нужны, блин. Хоть что-то выпало. Поехали. Так. Так. Поехали далее. Угу. Хорошо. Все.
Теперь смотрим. Так. Так. Ну, понятно, понятно. Все, 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 все. Прописал. Эх. Поехали дальше. Подожди секундочку, если я сделаю... Ага. Ну, летучих мышей, понятно. Так, теперь главное, чтобы сработало. Кого выделят? Ну и куда мне их, блин? Вот, друзья мои. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Все, тут... Тут кранты, ребят. Да... Не хватило одного удара, ребят. Одного удара. А знаешь, где я лопухнулся? Когда поставил фасоль. Не там, где гриб. На ландшафт. А рядышком с ячейкой. Вот и все. Вот и перекрыл себе путь. Ну, тут 19 ранг. Ну, не знаю, посмотрим сейчас. Ржавый разряд. Ржавый разряд. Вот так вот. Наверное, со своими валунами здесь. Ну, как всегда, все как полагается. Если спортивная колода, будет как-то не очень хорошо. А если еще и с этим, скажи, я скажу, с вирусом, тут вообще будет жестко. Угу. Ну давай. Посмотрим, что он там придумает. Да ладно, еще ничего не сделал. Так, две фасоли, да? Слушай, мне кажется, у него есть газовый баллончик. Это я его так называю, газовый баллончик. Сумоист, наверное, там, да? Наверное, тут сумоист спрятался. Так вот, ну ладно. Так, у него сейчас работает защита, наверное, здесь, да? А вот теперь надо думать. Как вариант. А меня больше интересует другое, где мои грибы? От этого шитика увольнем.
Так, а что дальше? Можем этого поставить, этого, да? Ну, как вариант. Погнали. Сделаем так и вот так. И вот так. Смотрим. Блин, у него опять сработает защита же, да? Вот это вот больше всего бесит, когда срабатывает защита. 6 единиц здоровья устанавливает себе, да? Окей. Давай смотреть. Раз, два, четыре урона, да, получит. Ну неужели что-то дали путевое? Так, сейчас будем веселиться. Я боюсь, это тебе уже не понадобится. И последний штрих. Все. Ну как вот в предыдущем поединке не хватило всего лишь одной атаки. Вот это обидно на самом деле. Прям вот до кондрашки. Давай еще разок. Твою налево взяли мне и высшую лигу всунули, а? Ты посмотри. Кстати, нам же нужно было какое-то мега выше, мега растением там что-то высшим каким-то. Клананас. Угу. Опа, сразу же, да? Давай так сделаем. Мы ее можем подбить, в принципе, сейчас. Угу. Угу. Подожди-ка, а вдруг у него там... Давай так сделаем. Окей, так, давай дальше смотреть. Как тут лучше сделать-то? Давай попробуем сдуть кого-нибудь. Отлично. И сделаем вот так. Надеюсь, не сумоист у него. Блин! Держать придется. Так, а то мы, конечно, будем сейчас колупать тут до посинения, по ходу дела. Да ты заколебал, а. Что сделать? Два. Поехали, короче, так. Так. И вот так. Но он конфеток-то нахапал уже. Там у него есть что и прокачаться, и все. А, видишь? Ага. Так, этого вырубаем. Отдуплилось.
Угу. Вот так вот ты, да, значит? Так. На следующем ходу ему не жить. Ну, а мы сделаем. Блин, он же там... Ёпрстый, мы же... Ударим. Точнее, он ударит по нам. Ладно. Давай так вот сделаем. Поехали. У нас работает защита. Кто нам там выпадет? Два грибочка. О, хорошо. Блин, да как сказать, хорошо это или нет? Давай смотреть, кто там у него. Вирус. Двух убираем, да? Двух он у меня убирает, к сожалению. Смотри, что выделывает. Смотри, что выделывает. А что еще я могу сделать, ребята? Вот только вот защищаться сейчас. В данный момент, блин. Сейчас, естественно, он будет отхиливаться. Ну, высшая лига, чего вы хотите? Умоляю. Сейчас кого-то выкинет отсюда. А, он восстанавливает здоровье. Сейчас вообще мы его припаримся здесь. Хотя, подожди, сейчас посмотрим. Блин, ну это, конечно, плохо. Это плохо, ребят. Наверное, вот так вот сделаем. Угу. Стручок. Нам все равно, по-моему, кранты. Хотя... Эть! Убежала пакость. Фул хп себе восстановил, блин, ребят. И вот здесь вот сейчас нам 4 в лицо прилетит. Сейчас у него будет... Началось. Началось, друзья мои, в России утро. Ладно, погнали. Другого варианта все равно же нету. Так, сейчас выкинь. Если он сейчас выкинет его. Все, ребят, тут все. Тут фейл. Так как добрать я уже ничегошеньки не смогу. Так, подожди-ка, если я сюда 3, блин, и 4 не хватает. Ну, погнали, блин, смотреть. А, чё погнали, ребят, нам... Вот как вот этого хамелеона же бомбить? Гаргантюа вызови. Ну вот, по-моему, ребята и приплыли.
Да, да, друзья, приплыли. Просто не хватило карт. Просто не хватило, чтобы сюда кого-то поставить. В ландшафт выпал мне, блин. Он мне даром вообще не нужен. Когда он нужен, этот ландшафт, фиг дождешься. Ни гриба не дали. Всего лишь дали одного этого. Ушлепки несчастные. Чертов рандом, блин. Ненавижу его, блин. Да чего вы мне даете 49 до 50 уровня? Дайте мне хотя бы на равных или пониже, блин. Замеха дали, ё-моё. Со своими этими дурацкими сейчас начнет. Клубника. Да фиг мне твои клубники, тут ни холодно, ни жарко. 100% у него есть удар. Знаешь, который наносит 3 единицы основной цели и по одному удару остальным. А мне почему-то именно так кажется. Сейчас проверим. Бинс! Срабатывает защита. Вот у гриба вот это вот офигенный недостаток. Всего лишь 3 хп отняли, а у него уже... Что там мутит, я не пойму. Вот что у него, ребят. У него был баллончик, оказывается. Вот что он так спокойненько себе вел. Давай клубничку поставим. Нормально? Погнали. Так, валун. Что-то у него одни заклинашки. Спасибо, косой. Че он там выжидает, я не пойму. Вот это что ли? Вот это он так долго ждал. Давай. Опять своего этого вытащишь или что? Что он будет сейчас делать? О! О! Смотри, что вытворяет. Блин, этого хламона в любом случае надо уничтожать. Посмотрим, у него заклинашка еще есть, не забывай. Ага, зомби получает плюс 5, окей. Так, этих сейчас наплодит, да, здесь? Ну, своих мелких. А, яйца пасхальные. Окей, так. Что, он сейчас ничего не сможет поставить, да? Сдулся. Шитик. Угу. Под двоечку, под двоечку, под двоечку. Блин, неужели у него там заклинашка есть, а?
Не буду пока ничего больше делать, ребят. Кто у него там? Ты смотри, что ему выпало, а? Блин, орех сейчас уничтожит. А что он ничего не стал делать? Интересно. Неужели гаргантюаки сейчас пойдут? Тяп-тяряп. И все? Ты серьезно? Блин, ну по идее мне бы, конечно, лучше бы убрать его, да? По логике. И отсюда. Давай так посмотрим. Друзья, ну не забывайте, у него 3-1 есть заклинаха, которую сейчас он может использовать. Вот, сюда бьет. Ну, много кому он нанесет урона. Много. Кукуруза мне выпала. Да ты заколебал, а? Там-тарам. Вот сейчас он подписал себе смертный приговор. Просто вот подписал себе смертный приговор. На. Там-тарам. Все, надеюсь. Понятно, сдался. Но гаргантю... Но не зря у него вот это вот гаргантолог был. Он же хотел призвать гаргантюаху. Одного же он все-таки вызвал, который эти пасхальные яйца раскидывает. Значит, еще должны были быть. Просто, видимо, ну не повезло в плане того, что в руке не оказалось гаргантюа. И все. У него вот эти вот мелкие были. Тантаря. Купидончики вот эти мелкие. Опять 25, а? Гаргантюа. То есть разгром, ё-моё, гаргантюа. О чем ты, Рэй? Так, какая там? 42-я, да? 42-й ранг. Почему я не удивлен, а? Кого ты будешь прок... Для чего ты хотел там брать карамельки? Кого ты прокачивать собрался? О, с флагом теперь. Чувак с флагом, его отсюда. К чертовой бабушке. Да что ты? Вот так вот. А вопрос в другом. Как мы теперь... Ага. Этого мало. Ну, что-то нам. Микс, фруктовый микс. Давай сюда поставим. Вот эта вот фасоль, которая выпадает, я никогда, ребята, не успеваю воспользоваться, если честно. Никогда. Но он может спокойно сейчас себе сидеть. Ну, видишь, что творит. 3-5. Значит, что нам сделать? Я даже не знаю, что нам делать. Бомбить надо его. И желательно быстрее. О, ты видишь, у него все тут под защитой. Так, поехали. Да что ты... Что такое-то, не пойму я. Так. Итак. Поехали.
Все бомбит, все бомбит, а? Ну, трындец. Ну, трындец, друзья. Поехали, а что у нас? Выбор как будто какой-то есть. Но этого мы снесем, да? Это еще останется в живых. Падай. Угу. Вот кто у него там может быть, а? Я даже не знаю, ребят, кто у него там может быть припрятан. Давай я вот так вот сделаю. О, зомби с защитой. Прикинь. Слушай, ты достал уже, а? Со своими вирусами здесь. Этот однозначно у нас, наверное, улетит. Так, дружик, пока придержим. Девять хп у нас осталось. Так, этого убираем отсюда. Сделаем вот так. И, наверное, вот так. Сейчас не удивлюсь, если опять у него там вирус будет. Достал, вот серьезно говорю, достал своими вирусами. Так, ладно, этого накроем, и этого тоже, да? Накроем же? Да, должны накрыть. Так, сейчас чуть-чуть тут побомбим. Чуть-чуть. Что делает? О, видишь, что творит. Мне теперь ничего не по... А, подожди-ка, если мы сделаем 5... 4-5, блин, не хватает. Не хватает. Так, этого сдуем отсюда. Чертовой бабушки. И вот так поставим еще. Вон кто у него там стоит. А я же про него и забыл, если честно. Че, опять вирус у тебя там будет? Блин, если он вирус поставит, то он пробьет мне всех. Да, ребят. Не, ну это понятно, короче. Нахапал целую орду вирусов. Это бесполезно. Это бесполезно. Даже клононасы мне здесь не помогут, к сожалению. Ну, если у него вируса там, ё-моё, целая охапка, что сделаешь? Хотя, если защита сработает.
Ну, поехали. Так. Блин, наклона нас. Давай смотреть. Понятно. Поехали. Или у тебя опять там вирус? А что, ребят, нам все равно в любом случае кранты. Хотя нет. Здесь вот только пробьет. Здесь еще под вопросом. То, что он меняет. А, ну ладно, посмотрим сейчас. Защита, надеюсь, работает. Окей. Сдуть бы кого-нибудь бы нам. Ну кого ты сдул-то? Всего 5 урона не хватило, прикинь. Он уже не знает, что тут, кого тут вызвать. Да все тут, ребят, кранты. Если бы не его вирус, который он тут постоянно юзал, уже давным-давно бы он тут валялся бы на помойке. В принципе, где ему и место, где вот этот зомби сидит, там бы и разгром бы сидел бы. Ну и что ты там тягомотину тянешь? Опять ты гриб облажал. Да при чем здесь гриб? Гриб здесь ни при чем, ребят. Карты. Карты не выпадали. Ландшафт выпал в конце, в самом, когда он мне нафиг уже не нужен был. Ладно. Так, опять у нас тут этот ржавый разряд. Ну давай уже, что ты там сидишь? Я вот думаю, зачем я ягоду взял к себе вот в отряд, а, ребят? Нет, ну, в принципе, для того, чтобы она мне давала. Но я рассчитывал на микс, если честно. На фруктовый, а он мне выдает не только микс. Ну, например, виноградинку выдал. А он сейчас ничего не будет делать, потому что у него 100% есть баллончик. Он сейчас сидит и наслаждается, да? О, как. О, как. Смотри, ребят, как нам фартануло. Нате вам. Обоим. Угу. Что у него там может быть? Что у него может быть? У него... Нет, баллончик он уже не применит. Это однозначно. Баллончик он не применит. Жалко, ягоду нельзя сверху поставить. Ладно, сделаем тогда вот так вот. Поехали. А, у него уже понижение атаки есть. Точно. Точно, я вспомнил. Окей. На тебе. Так, виноградинка. Но она 4. Смотри, что творит. Опа. И какое-то заклинание у него там. Вот что он вытворяет. Давай сделай вот так вот. Я не знаю, кто там, сумоист, наверное. Ну да. Давай сюда, подкидывай, что ты. А что ты испугался-то сразу же?
Кидал бы сюда под спортсменчика-то своего. Че? Кишулька тонкая. Ладно, ладно. Опять этот охламон вылез. Ну что? Вылез так вылез. Угу. А это у нас не шиша, не спортивный, да, зомби получается. Поехали. Нам нужно прикрыться от большего дамага. Верно? Верно. Погнали. Пумс. Так, ну 4 в лицо нам неизбежно сейчас прилетит, конечно. Так. Пошел прокачивать, да? Я тебя понял. Сделаем так. Сделаем так, сделаем так. Блин, у него за одна заклинашка там еще осталась. Так, ладно, проверим. Ягодка нам выпала. Посмотрим. Так. Ага. Не, ну это пока мы не будем тратить. Ой, хорошо, такая кукурузка. Угу. Так, ну этого можно выкинуть, в принципе, в зашей. Или что он там сейчас будет делать, не знаю. Ладно. Я так понимаю, вируса у него нету, да? Ну что, придется пожертвовать нам. Блин. Все карты мне сменил. Спутал, точнее. Ладно. Такс, такс, такс. Ну, давай еще раз. Поехали. Так, это подыхает. Это тоже. Вот что вот у него там сейчас? Я вот не помню, ребят. Восстановление здоровья, наверное. Или силу. А, вот как. Ну тогда все, тут победа. Я же знаю, что у тебя там спортивный зомби. Че ты мне тут втираешь-то? Да. Ну, мы можем, конечно, еще лучше сделать, на самом деле. Мы можем бомбануть, а можем... А что, нам, в принципе, ничего не страшно. Пробить он нас не пробьет, верно? А 9 в лицо мы ему зарядим. Он у нас ягодка, видишь, тут созревшая стоит. Как раз ей 9 урона. Все, ребят, сдался. Ну что... Поиграли малька чутка. Как говорится, и будет. Но единственное, что я не могу понять, какое вот... Вот это вот задание. Как его понять? Выиграйте игру мегавыросшим растением-героем. Что за мегавыросшим? Мегавыросшим растением-героем. Фиг его знает. Разыграйте три приема. Хит-трек. Разыграйте 3 приема.
прием это заклинашки, по-моему, да? То есть микс фруктовый, это будет как прием идти. Наверное. Блин, заразительная сальса. Опа, вот так вот, с лету прям. Бамс. На тебе. Ну да, 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 сейчас будешь наваливать. Сделаем так и вот так вот. Шут с ним. Если у него есть сейчас, ребят, атака, он будет бомбить. Ну, я имею в виду там. Вот, 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 вот про это я и говорю. Так, отлично. Да? Даже так? Хорошо. Вылупился, да? Поехали. Окей. Сейчас, конечно, нам тут навтыкают, если честно. Так, этого выкинем сейчас отсюда, да, наверное? Или как нам лучше сделать? Ага, вон он что делает. Все? Иди отсюда. Поехали. Не знаю, у него еще одна заклинашка есть. Не знаю, какая там. Тинс. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот сейчас он убьет мне грибок, ребят. Да ладно. А он уверенный в себе. А, эволюцию сделал, блин. Ты жив. Даже не успел, ребята, использовать прием, так скажем. Да, приемы считаются, поехали. Блин, я на этом 44-м ранге уже сижу до посинения, ребят. Серьезно, я даже вот за кадром там играл. Нифига, я не могу отсюда уйти. Я не могу сдвинуться с этого ранга, к сожалению. Но это не в счет, ребят. Я вообще не знаю, почему он сдался. 41-й ранг. Вполне нормальный чувак. Два приема еще нужно сыграть. Два. Ой. Великанус, блин. Нервомотатель еще тот, если честно. Ладно. Попробуем так. Что-то мне такой расклад не совсем устраивает.
Почему у меня не было гриба сейчас в данный момент, а? Вот скажи мне на милость. Почему не было гриба? Ладно, сейчас, если что, мы его сможем подбить. А, мы вот так сделаем, через грибочки. Или как, лучше нам вот так вот сделать? Ой, видишь, зомби-астронавтик у него был. Сундук. Сундук, ладно. Чем будем делать, ребята? Прикрываться как могем, да? Правильно. Цветочек, зачем он мне нужен? Поехали. Как он хочет доборчик-то сделать свой, а, ребята? Как он жаждет свой добор сделать? Давай я сделаю вот так. И вот так. Ландшафт сейчас поставить, да? А, нет. Доп. Энергию. И зомби-астронавта он размещает. И что он творит? У него уже 6 энергии, что ли? Сундучок. Упс. Упс. Так, ну что мне тут сделать-то? Этого уничтожаем. Погнали, наверное, так делать. Что дальше? Блин, на воду вот не хочется, ребят, чтобы на воде этот хмырь стоял. Поехали. Ну тут, по-моему, мне без вариантов не выиграть. Да, 6-7, никак. Ух. Так, поехали. Ну а что, другого варианта нету, ребята. Я больше ничего не вижу, чтобы можно здесь сделать. И сейчас этот еще 6 в лицо прям. Окей, 5-4. Так, двигаемся дальше. Ага. Подожди-ка. Как вариант, только так. Ну все, ребят, вот приплыли. Вот, блин, и приплыли. Ну давай. Все равно это уже бесполезно.
Все, ребята, разыграл три приема. Это какой-то трэш, просто трэш начинается. Ну все, на этом буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.